Я благодарен всем волгоградцам за то, что они откликнулись на нашу инициативу и организовали генеральную уборку улиц и парков любимого города, отметил губернатор Анатолий Боровко, подводя итоги месячника по благоустройству. Вместе с временно исполняющим обязанности главы Волгограда Сергеем Соколовым губернатор побывал в ряде районов города. Посмотрел, в каком состоянии находятся улицы и скверы, особенно возле объектов культурного и социального назначения. В целом, работу по наведению порядка Анатолий Боровко оценил высоко, однако в ходе поездки в некоторых районах был выявлен и ряд недостатков, на которые он обратил внимание глав местных администраций. Совместно с Сергеем Николаевичем мы смотрели те недостатки, которые есть и здесь, рядом с театром «Мускомедия». Заехали мы и в аэропорт, который, на мой взгляд, можно твердую четверку поставить той территории, которая прилегает к аэропорту. Но вместе с тем в городе, особенно в Дзержинском районе, надо еще много поработать и главе района, и многим другим.